все в точности, как я тебе говорил. Все как в прошлый раз. Да-да, видел. Рыцарь в латах. Вот лопни мои глаза. Сойдем, посмотрим. А что толку? Я смотрел в тот раз, никого не нашел. Вот проклятое место, и стоять здесь неохота. Жуть берет. Тут рядом заброшенное кладбище. Но ведь мы кого-то шибли. Ну, кого-то, кого-то. Я же ведь ему несколько раз сигналил. Мог бы и посторониться. Эй, смотри! Эрнандо Латинос. Он всегда тут на кладбище. Ну, хватит глазеть. Поехали. Мне пора, сынок. Эрнандо. Здесь я, мать. Эрнандо. Здесь. Ну, как там наш дом, наш мальчик? Все хорошо, Кора. Он спит. Ты поцеловал его за меня? Да. Ну и хорошо. Пусть спит.
ревут. Ну, перестань. Они так ревут, Майк. Алинка, очнись, кто ревет? Львы. Какие львы? В детской. В детской? Пойду посмотрю, что у нас там стряслось. Ну что? Какое-нибудь животное? Мерзкие твари. Дураки. Вот дураки-то. Я не понимаю, что ты смеешься. Они ведь чуть не схватили нас. О чем ты говоришь, Линда? Ты с ума сошла? Это же стены, обыкновенные телевизионные стены. Это же игра забава. Забава? Ну ты же видел львы. Они почти как настоящие. Эти жуткие глаза, они до ужаса, до невозможности правдоподобны. Это не серьезно, Линда. Нет! Нет, Майкл. Это серьезно. Понимаешь, с тех пор, как в доме появилась эта комната с детьми, что-то происходит. Они очень изменились. Они совсем не такие, как были прежде.
Я их просто не узнаю. В глазах столько ненависти, злобы. Господи, я боюсь их. Представляешь, я стала бояться своих детей. Нет, надо что-то делать, иначе. Майкл, что это? Ну что ты, Линда, успокойся. Эта лампа перегорела. Пойдем. Майкл, я умоляю тебя. Скажи Питеру и Венди, чтобы они больше никогда не играли в эти дикие мерзкие игры. Хорошо. Обещаешь? Ну, конечно. И запри детскую хотя бы на несколько дней. Я уже больше не могу. Я не справляюсь с тобой, Майкл. Ты постоянно занят. Я день и ночь в этом кошмаре. Почему им нравятся эти дикие игры? Майкл, эти львы, они ведь не могут выйти оттуда. Да нет, конечно, ну что ты, нет. Уходите. Я приказываю. Пусть появится Швеция! Доброе утро. Проклятая комната не слушается. Или?
Или что? Или не может послушаться. Дети уже столько времени думают о львах и убийствах, что комната застряла на одной комбинации. Возможно. Или Питер заставил ее застрять. Заставил? Да. Он открыл механизм и что-нибудь подстроил. Питер не разбирается в электронике. И все-таки для 15-летнего парня. Да прекрати ты, наконец! Доброе утро, ма. Доброе утро, Питер. Ну, давайте, давайте. Рассказывайте про вашу детскую. Про детскую? Ну да, про детскую, про Африку и все такое прочее. Не понимаю. Никакой Африки в детской нет. Брось, Питер, мы-то знаем. Я не помню никакой Африки, а ты? Вот это мило. Может быть, нам это все показалось, ма? От бессонницы, а? Может быть. Что ты поясничаешь, Майкл? Ты же видишь, что он лжет. Лжет и заставляет ее лгать. А ну-ка, Венди, сбегай в детскую и посмотри, есть там Африка или нет. Венди, вернись. Она посмотрит и расскажет нам. Что рассказывать, когда я видел сам? Ты ошибаешься, па? Нет, я не ошибаюсь. А ну-ка, пойдем. Ну что, есть там Африка? Вот видишь? Мы сейчас проверим, мышка. Ловко. Что ты хочешь сказать, па? Я хочу сказать, что вам пора в школу. Вы слышали? Thank you.
Питер, Венди, завтракать. Дети, вы опоздаете в школу. Питер. Венди. Ма, я не хочу завтракать. Пойдем-ка со мной, Питер. Питер, подойди сюда. Сядь и поешь. Но я не хочу, ма. Я тебя очень прошу. Я не голоден. В таком случае голодна я. Ты тоже не будешь есть. Эрнандо, что это было? А Бог его знает. Знаешь, Кора, сегодня бы нашему Тому исполнилось 40 лет. Представь себе, сидим мы тут с тобой вот так же, как сейчас, и вдруг у дороги останавливается машина. Из нее выходит, кто бы ты думала, наш Том. Высокий, красивый. Живой. Он улыбается и бежит к нам. А мы с тобой плачем и смеемся от радости. А потом, поздно вечером, мы сидим за праздничным столом, пьем крепкое старое вино и отмечаем день рождения Тома. А на утро он увозит нас далеко-далеко на какой-нибудь богом забытый остров, где никого нет, только ты и я.
и Том. И никогда не кончается лет. Никогда, никогда этого не будет. Замолчи, замолчи, Коля. Замолчи, замолчи. Коля, прости меня, старого дурака. Я больше не буду вспоминать про нашего Тома. Коля, ну же. Ну что, малыш, все бежишь и бежишь. Зачем? Нет, успокойся, успокойся. Нет. Все хорошо. Все хорошо. Не напрягайся, все равно ничего не поймешь. Это мой любимчик. Я его называю Ганди. Полное разрушение речевой логики. Все слова произносят наоборот. Забавно, да? Единственное неудобство. Все время хочет удрать. Слушай, что-то мне не нравится твой хабитус. Что-нибудь стряслось? Ну, рассказывай. Ты ведь не на экскурсию ко мне пришел. Я хочу, чтобы ты посмотрел нашу детскую, Дэйв. А что с ним? Не знаю. Что это, Дэйв? Я сегодня утром видел уже нечто похожее. Сегодня утром? Майкл, ты живешь словно во сне. Это творится в городе почти что год. Как там в Писании сказано. И гробы отверзлись, и мертвые, воскреснув, явились живым. Причем тут мертвые? А при том, то, что ты видишь, это не люди. А кто? Кто? А черт его знает. Они приходят к живым в облике их умерших друзей или родных и живут с ними. Ты что, бредишь? Я? Почему? Мертвые должны оставаться мертвыми. Эти ребята из карантинной службы думают точно так же. А ты думаешь иначе? Может быть. Кто это сказал? Человек несчастен, потому что он смертен. Наверное, это и есть тот самый вывих в стремлении быть счастливыми.
вас здесь зоопарк. Да, что-то в этом роде. Сегодня утром я запер детскую, но дети все равно проникли в нее. Хотя, может быть, это и к лучшему. Ты воочию полюбуешься на их затеи. Убейте. Убейте их. Почему вы не в школе? Почему вы в детской? Я же запер ее. Ну хорошо, об этом мы поговорим позже. А сейчас марш отсюда. Нет, Питер, ничего не трогай. Оставь стены как есть. Иди. Вот так мы и живем. Весело, как у меня в клинике. Львы как настоящие, верно? А ты не допускаешь мысли, что они могут стать настоящими? Какой-нибудь порог в конструкции, неполадка в схеме или еще что-нибудь в этом роде? Ты что, спятил? Что это? Это мой старый бумажник, я его нашел сегодня здесь утром, в таком вот виде. Почему он в крови? Это я у тебя хотел спросить. Майкл, я психиатр, а не криминалист. Ну, а если серьезно, то это злая шутка детей. Три дырки гвоздем и немного краски. А если это не краска? То что? Уйдем отсюда. Терпеть не могу этих комнат. Что это? Это шарф Линды. Ты чего такой кислый? Веселей, Майкл. Ну, веселей. Сейчас все помешались на этих комнатах. А если все, значит никто. И вообще безнадежная штука. Искать смысл там, где его нет. Линда, открой! Линда! Linda.
Эрнандо. Эрнандо. Нет, я, мать. Эрнандо. Нет. Я испугалась. Я думала, что ты уже умер. Куда мне без тебя, мать? Смотри, не забудь. А то у тебя такая дырявая память. Мне приснился наш дом. Он стоял на дороге. Такой маленький, беззащитный. А вокруг было тихо-тихо. Он улыбнулся мне и помахал рукой. А потом побежал. Бежит по дороге и оглядывается, и машет мне рукой. А я, дура, стою и плачу, и не могу сдвинуться с места. Ну что такое? Мы же решили больше не говорить о том. Да, да. Прости. Я больше не буду говорить о нем. Не буду. Эрнандо, я хочу к нашему мальчику. Эрнандо, я хочу к нашему дому. Дому, дому. Кто ты? Что тебе надо? С кем ты говоришь? Какой-то мальчик стоит у порога и не хочет мне отвечать. Он похож на нашего Тома. Тебе почудилось? Нет, он и сейчас стоит. Мне страшно. Мне страшно. Эрни, отведи меня в дом. Эрни. Эрнандо. Эрнандо, ты куда? Спи, мать, спи. Я только закрою дверь. Том. Том. Если это ты, если это каким-то чудом ты, я не буду запирать дверь, если ты озяб. Входи и ложись около печки. Эрнандо! Доброе утро, Эрни. Доброе утро, Кора. Правда, сегодня чудесный день? День? Да. Иди умойся, скоро будем завтракать. Кора, как ты умудрилась разжечь костер и поставить на него чайник? Какой ты глупый, Эрни. Ничего я не ставила. Это все наш дом. Дом? Ага. А где он? Он пошел кормить буру. Доброе утро, папа. Том, это ты. Ты жив. Это не сон. Разве вы не хотите, чтобы я был здесь? Ну что ты, конечно, хотим.
Тогда зачем еще спрашивать? Пришел и все тут. Знаешь, папа, 14, конечно. А кто ты такой на самом деле? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть. Кто ты? Кто? Зачем? Зачем все это? Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне. Том, постой, вернись! Остановись! Остановись, Том, я прошу тебя, Том! Том, остановись! Том! Том! Вернись! Я умоляю тебя! Том! Только не уходи. Я больше не буду сомневаться в тебе. И не будете меня ни о чем спрашивать? Ни о чем. Никогда? Никогда. Во веки веков. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда не смогу позвонить тебе. Ради нашей дружбы, ради прошлых дней. Ты не знаешь, как это для меня важно. Ведь ты можешь ходить, а я не двигаюсь с места уже 10 лет. Хорхе, ты меня слышишь? В самом деле будет в последний раз? Да, обещаю.
тебе. Ты знаешь, что надо делать. Окно. Окно. Хорхе, пожалуйста. Добрый день, полковник. Ну и как мы себя вели? Хорошо? А к вам гость. Здравствуй, папа. О, да-да. Мне нужно проверить ваш пульс. Не сейчас. Опять. Вам же это вредно. Несносный старик. Он каждый день звонит в Буэнос-Айрес и часами слушает шум океана. А это опасно для его здоровья. Извините, полковник, но я вынуждена убрать отсюда телефон. Вы не посмеете. Это мой телефон. Я плачу вам как жалование. Не вы, а ваш сын. И за то, что я помогла вам выздороветь, а не умереть. За 10 лет, что я гнию в вашем приюте, если я еще не подох, так благодаря этому телефону. А теперь отдайте мне его. Отдайте ему телефон. Но это последний раз, полковник. Дочка, соедини меня снова с Буэнос-Айресом. Пап, как ты себя чувствуешь? Эриксон, номер 3899541. Пап. Да-да, полковник Стоун. Отец! Да? Ты что же, собираешься запереть детскую? Я уже запер ее. Почему? Да потому что вы не умеете в нее играть. Я думал, что мы можем играть во что хотим и как хотим. Разумеется, но в пределах разумного. Иначе игра становится кошмаром. Ну хорошо, если ты так хочешь, мы будем играть в пределах разумного. Это демагогия, Питер! В таком случае! Я просто не хочу! Чтоб запирали детскую. Никогда. Слышишь ты?
Иначе. Иначе что? Ничего. Я вас слушаю. Я... Прошу. Мне нужна ваша помощь. Мне советовали обратиться к вам, и я... Да вы успокоитесь. И посмелее. Все наши клиенты вначале нервничают, а потом... Но я не знаю, с чего начать. А вы начните с главного. Итак, кого вы хотите убить? Я никого не хочу убивать. Тогда кто ваш палач? Да-да, палач. Все люди делятся на три вида. На жертв, их палачей и жертв, которые мечтают стать палачами. К нам приходят последние. Но это мои дети. Момент. Да-да, перезвоните мне минут через 10. Простите, сэр. Пришел настоятель монастыря, отец... Я помню, помню. Номер жертвы. Хотел бы иметь сегодня новую. Сейчас пришлем. Главное назначение нашей фирмы – это предупредить потенциальное преступление каждого человека с помощью куклы, причем точной копии жертвы. Захотелось тебя избить? Убить? Помучить кого-нибудь? Короче, побыть самим собой. Вот отведи душу на марионет. Смерть без смерти. Насилие без насилия. Все в пределах законности. И дорого это стоит? Недешево. Но каков эффект? Совершив, так сказать, фиктивное преступление, человек освобождается от гнева, от жажды убийства. Воспоминания содеянного так ужасны, что ему больше никогда не захочется убивать. Таких фирм пока еще мало, но наступят времена, и тогда все нравственные проблемы будет решать не церковь, не конституция, а мы. Только мы. Здравствуйте, сестра. Как вы себя чувствуете? Благодарю. Прекрасно. Вас ждет отец-настоятель. Правда, как живая. Приводите своих малышей.
минуту! Я боюсь. Что вам здесь нужно? Я не пущу вас! Нет, не пущу вас! Нет! За что? Майкл Стоун, черт возьми. Спокойно. Возраст. 40 лет. Адрес. Южная сторона Сент-Джеймс, 11. Что вы делаете на улице? Какое ваше Молча! Дело? Назад в стене или будем стрелять. Итак, что вы делаете на улице? Гуляю. Зачем? Дышу воздухом, дьявол. Воздух есть у вас в доме. А это никого не касается. Может, я люблю дышать чистым? Черт бы вас побрал! Ah!
У тебя кровь. Это пройдет. Господи, Майк, когда все это кончится? Скажи, когда все это кончится? Сегодня, Линда. Сейчас. Отец, когда наконец-то откроешь детскую? Теперь я думаю, что уже никогда, Питер. Что значит никогда? Мы начинаем новую жизнь. Интересно, какую? Мы уезжаем. Сегодня. Сейчас. Давайте устроим себе каникулы. Лет на 30, а? Купим себе красивую белую яхту и уплывем на ней куда-нибудь подальше от этого города, на какой-нибудь богом забытый остров, где не будет никого, кроме нас. Только мы и шумит океан. Чистый, теплый песок. И никогда, никогда не кончается лето. Мы будем жить и любить друг друга. И научим этому наших детей. Ну что же, собирайтесь, мы уезжаем. Линда, собирайся, мы уезжаем. Это неудачная шутка, Майкл. Я не шучу, мы действительно уезжаем. Не делай этого, отец. Не делай этого. Так надо, Питер, надо. Потом ты поймешь, что я был прав. В этом наше спасение. А я не нуждаюсь в вашем спасении, слышишь ты? Не нуждаюсь. Да чего ж я вас ненавижу, чтоб вы умерли. Мы долго были мертвыми, Питер. Очень долго. Теперь мы будем жить. А я не хочу жить с вами. Я не хочу жить с вами никогда. Я хочу в детскую комнату сейчас, сию минуту. Откроем детскую. Я прошу тебя, открой. Знаешь, Линда, хорошо было бы проснуться завтра утром, и во всем мире нет ни души, ни одного человека. Только ты и я, дети, только земля, море, все, что растет, цветы, деревья, трава. И животные тоже пусть останутся.
Пусть останется все, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт. Росток, хотя его никто не задевает. Хорошо было бы. Впереди сколько угодно времени и самый-самый счастливый пикник на свете. А потом, когда мы состаримся и умрем, пусть мир принадлежит лошадям, коровам, паукам, бурундукам. Они без нас не пропадут. А потом другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. Землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и увидел я новый город, сходящий от Бога с неба, и услышал я громкий голос, говорящий: все скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Эрнандо. Здесь я, мать, здесь.
страшно и больно.